занимаются очень серьезные пласты педагогики, исторические пласты. Пласты формирования личности, гражданина, патриота. Мы прекрасно понимаем, что этот проект дает возможность практически поучаствовать в социально значимых вещах. Практически окунуться в те моменты, которые мы считали, наверное, достаточно сложными для детей. Даже где-то искусственно, наверное, их ограждали от какой-то информации, от каких-то событий, берегли их. Мы берегли их психику. А что было с душой, что было с человеком, что было с ребенком, наверное, не до конца еще понимали. Поэтому сегодня очень важно вернуться к тому, чтобы ребенок, вне зависимости от возраста, был вовлечен. Вовлечен во все события, в меру его понимания, в меру его возможностей. С начала реализации.